Ну что, сдала? Еще как, аж на целую четверку. А также исправила прошлые оценки. Круто! Теперь мы пойдем на премьеру нашего любимого фильма про супергероев 2. Ведь мы ждали эту часть с конца первой части. А с конца второй будем ждать третью. И с конца третьей... Все, хватит, мы все поняли. Плюс там будут раздавать автографы. Мы точно должны туда пойти. Пока не точно. Чтобы мама нас отпустила, мы не должны нигде накосячить. Так, надо посмотреть по списку, все ли хорошо. За неделю мы не получали плохих оценок. Да, одни четверки и пятерки. А мне мама разрешает и тройки получать. Не пакостили дома. Сидели тихо и даже пылинки не уронили. Не пранковали маму, и самое главное, мама не получила ни одного звонка от Злюки Злюковны. Ой-ой, вот это подстава. Да вы что? Краску прямо вам на голову. Ай-яй-яй, ну я поговорю с ней. До свидания. Я сразу хочу сказать, это не я. А кто? Злюка сама себе решила волосы покрасить? Нет, банка откуда-то не возьмись вылетела и упала прямо мне в руки. Кстати, с такими волосами ей даже больше идет. Так, все, ты наказана. Будешь неделю сидеть дома, и ни о какой премьере фильма речи быть не может. В смысле? Да так нечестно, это правда не я. Тем более, мы всю неделю старались. Вот оценки же хорошие, дома чисто, и над тобой пранков не было. Хорошо, если ты до конца завтрашнего вечера не натворишь ничего плохого, то я еще подумаю над тем, отпустить ли тебя на премьеру. Но еще мне совсем не хватает лайков в доме. Лайки? Да это вообще не проблема. Вот ты знала, что луанчики легко могут набрать и 50, и 100 тысяч лайков. Ну хорошо, завтра ведешь себя хорошо и набираешь с луанчиками 100 тысяч лайков, и я тебя на премьеру отпущу. Правда? Договорились. Ну все, спокойной ночи. И тебе сладких снов. Завтра будет отличный день. Глупая девчонка думает, что так просто ей все с рук сойдет. Нет, я не дам тебе так просто жить. Пока на тебе будет этот жучок, ты будешь делать все наоборот. Ай! Странно, я же вроде бы лежа засыпала. Чего? Уже 7:30? Ё-моё, ты чего такое делаешь? Марка, ты чего? Тебе что, стучаться не учили? Я просто зашел умыться и увидел, как ты ноги нюхаешь и зубы чистишь. Ты с ума сошел? Я просто обычно чищу зубы. Что тут такого удивительного? Ладно. Так-так-так, чаек и кашка. Слушай, мне кажется, Луана себя как-то странно ведет. Да не переживай ты, наверное, просто пытается сделать все аккуратнее, чтобы мама не ругала ее вечером, да, Луана? Угу. Ну все, мы пойдем одеваться в школу. Ты же помнишь, что сегодня нельзя опаздывать? Хорошо, как вы так быстро съели кашу? Вилкой стало есть совсем неудобно. Что бы мне сегодня надеть? Вот сегодня я хочу что-нибудь другое. Так, кофта сюда, джинсы тут. О, носочки. Ну все, я готова. Теперь нужно бежать в школу. Я тебе говорю, она зубы ногами чистила. Тебе, как обычно, показалось. И, кстати, где она? Уже нам выходить пора. Вот это скорость, не опоздаю точно. Странно, может, она без нас ушла? Скорее всего. Ладно, пошли тогда в школе ее догоним. Ой, а что, ты, Марка и Картоха еще не готовы? Какие же они медленные. Быстрее них в школе буду. И тут ее нет. Опаздывает, наверное. Да я еще раньше учителя в школу приду. О, вот и школа. Именно поэтому автор и не закончил этот... Ой, здрасте, а вы что так рано в школу пришли? Это что еще такое? Опоздала, да еще и зашла как к себе домой. В смысле опоздала? Урок уже 30 минут идет, зайди и выйди нормально. Да быть такого не может, ладно, сейчас. А зайти можно? Лу,
Фиона, что вы себе позволяете? Быстро на свое место, об этом точно узнает директор. Ладно. Луана, ты чего? А что я не так сделала? Прекратите разговаривать, Луана, на место садись. Ну? Я бы, конечно, села, но я не могу. Хорошо, раз тебе не хочется сидеть, тогда выходи к доске. Ой, сейчас. Что ж такое-то? Так, пиши на доске сегодняшнее число. Это что еще такое? Ты как там оказалась? Я же тебе сказала, на доске пиши. Так я так и сделала, что вам не нравится? Так, это же... Так, все, лучше оставайся там и ответь мне на вопросы. Ну как? Ладно, ты книгу, которую я на дом задавала, прочитала? Нет. Как нет? Ее же все читали. Знаешь хоть какую? Нет, не знаю. Ну давай я тебе подскажу. Белоснежка и... И семь великанов. Ты издеваешься? Все, я тебе ставлю заслуженную двойку. Двойку? Ура! Спасибо, 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 спасибо большое. Я так давно о двойке мечтала. Ура! У меня двойка! Да уж, сегодня ты себя очень странно ведешь. Думаешь? А я говорил, она еще и... Зубы ногами чистила. А может, и нюхала? Да отстаньте вы, я все делаю нормально. Чего вы пристали? Ты только что фантик вместо конфеты начала жевать. Ой, а что мне делать? Не знаю, может, ты заболела? У тебя температуры нет? Есть. Лоб горячий. Ну вот, точно болеет. Эх, теперь в полицию придется идти, чтобы меня полечили. На что жалуетесь? Болит что-то? Да, болит все. Хорошо, откройте рот и скажите «а». Б. Что? Дайте я посмотрю. Ладно, я поняла. Давайте тогда ложитесь на кушетку, я посмотрю ваш живот. Хорошо. Чего? Ложитесь, не нужно стоять. Так я так и делаю. С вами сегодня все нормально? Да, ничего страшного. Хорошо, ну а вы когда-нибудь болели? Нет, вообще никогда. И зачем же вы тогда ко мне пришли? Да я и не пришла. Не знаю, зачем вы мне ее привели, но она полностью здорова. И не болеешь, чувствуешь себя хорошо. Что же тогда с тобой? Нормально все. А я говорил, что она зубы. Марка! Пчи! Ой, будьте здоровы. Умрите. А чего? Луана, ты что, совсем? Ой, извините, то есть не извиняйте, пожалуйста. Боже мой, ну и молодежь пошла. Фуф, наконец-то мы дома. Я так не люблю свой дом. Так, нам главное, чтобы мама ничего не заметила, а там разберемся. Не кажется, что дома надо прибраться? Точно, я пойду в комнату, ты, Марка, в ванную, а ты, Картоха, уберись на кухне. Мама уже скоро придет. Я все. Я тоже. Давай посмотрим, что там у Луаны. Ну что, как я прибралась? А я думал, что я самый главный грязнуля. Тут точно что-то. А это еще что такое? Ой, а что это со мной было? Фу, почему тут так пахнет и все разбросано? Ну вот, пришла в себя. Это мама, так быстро все в коридор. Ой, привет, детки мои. Мне тут Злюка звонила. Эх, вот блин. Да нет же, она посмотрела запись с камер и выяснила, что краску пролила не ты. И поэтому ты можешь идти на премьеру. Что, правда? Ура, 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 ура! А двойки сегодня она радовалась сильнее. Как же все хорошо закончилось. Да, но это пока мама комнату не открыла. Уже открыла. Быстрее уходим, пока она нас домой не вернула.